Доброе время суток, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня будем активировать наш антивирусник. Ну, надеюсь, он не пойдет через телефон наш коронавирус. Ну, ладно, бог с ним, не об этом разговор. Поехали. Буквально я минут 10-15 назад скачал наш Касперский. Вот он. Вот он. Так, что нам надо сделать? Вот кто-то, например, у меня скачал, или кто-то с облака антивирусник у меня ставил, там ключи кто-то, например, там опять кричал, опять типа купил ключи. Я еще раз повторяю, я инвалид, и у меня 8 тысяч пенсии, так что я не могу по 4 тысячи каждый месяц отдавать за это вот лабуду всякую. Ну ладно, ну что ж, нажимаем сюда, где постоянная защита. Вот сейчас высветится. Ну вот, видите, тут цены. Сюда нажимаем, где у меня есть лицензия. Вот, у вас будет сразу код активации. Вот код активации. Я сейчас буду уменьшать, чуть поменьше сделаю. Сейчас должен появиться здесь. Вот он. Вот. Ну, тут ключи, вот они у меня, они 90 дней, там это. Просто будем пробовать. Ну, придется вводить вручную. Ну, куда деваться, что теперь? Копировать почему-то он не может. Но давайте будем пробовать на 90 дней, 45 дней потом. Но все равно будем пробовать хоть так, хоть сяк. Так, давайте будем вот этот сперва вводить. Так, ППФД. Так, Д. Здесь просто вводить, и они стрелочки, вот эти промежутки сами идут. Так, что у нас получается? Н. FK. 4Б. Вот таким способом я уже, по-моему, скоро. Английскому научусь. В школе не учил. А здесь научусь, по-моему, скоро. Так, 69. 69, 69. Ну что ж. Делаем далее. Пробуем. Соединение. Не удалось активировать прям версию. Да, значит, что-то не так пошло. Ну что, стираем. Давайте вот это будем пробовать. Вот этот вот. БУ. К9. К9. Не торопитесь, потихонечку. Я то же самое, как и вы. Очки напялил и попёр. Угу.
Ну что ж, будем пробовать дальше. Поехали. Как видите, мне даже, честно сказать, ни самому не поверилось. Все. 90 дней. Ну, кто у кого получилось, я надеюсь, всех поздравляю. Все настроечки, все делать. Сразу говорю еще раз. Я не покупал. Это те же самые номера, вот эти все цифры. Они уже, посмотрите, когда это самое первое видео вышло 2 года назад. И 2 года назад этими как бы пользуются. Первое видео вышло, которое... Ну, меня даже, как сказать, эмоции плещут. Ну что ж, делаем окей. Ну вот, одна проблема. Смотрим, все раскрылось. Разблокировка приложений, все остальное. Ну что ж, приятного, наверное, пользования, что я могу вам сказать. Включить интернет-защиту. Далее. Предоставить доступ. Далее. Вот, берем и... Окей. Ну что ж. Дальше. Окей. Еще проблема. Ну, будем как-то другое искать, что-нибудь такое. Ну вот, как видим, 90 дней. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Приятного еще раз просмотра. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Друзей зовите своих, пусть смотрят, распространяйте видео друзьям своим. Ну, как бы, как видите, у меня все получилось. Еще раз говорю, это не покупная версия. Это чисто предоставлено с интернета. Те, кто выкладывает, я потихоньку все проверяю ключи, как они работают, как нет. Еще раз говорю спасибо, всем до свидания. Подписывайтесь, пишите свои комментарии везде, в Ютубе, в Одноклассниках и, ну и дальше можете. Заходите на форум 4PDA. Я на форуме, у меня там ультиматум. Плюс нажмете, и вы меня найдете там, Корсара, и задавайте вопросы, и все нормально. Всем пока, до свидания, удачи. Еще раз говорю, до свидания, поддерживайте проект, делитесь с друзьями.